Добрый день, дорогие друзья! С вами Людмила Яненко. И вот пришел мой заказ, как я и обещала показать вам. Итак, первая вещь, которую я заказала, это трикотажный джемпер для женщины. Цвет черный, размер 46. Значит, сделано в Китае. Вот такой вот он. Плотный, блестящий. Написано «Спорт». Рукава у нас черные. Спинка тоже вся блестящая. Как он смотрится на мне, в конце видео посмотрите. Дальше. Это вот такой вот трикотажная толстовка для женщины. Серебряный, тоже 46 размер. Тоже сделано в Китае. Вот такая красивая. Шнурочки золотые. На рукавах у нас черные, с золотыми полосочками. Как сделать вот смотри, такой интересный принт, такой вот капюшончик, материал очень хороший, вообще классно смотрится, классно смотрится. Так что посмотрите видео до конца, и вы увидите все эти вещи. И вот такие вот трикотажные брюки для женщины, цвет серебряный, размер 46 тоже. Тоже сделано в Китае. Здесь у нас резинка. Кармашки есть. Продолжаю. Упала вся моя конструкция. Так. Значит, вот такие вот они серебристые. Здесь по бокам тоже такая нашивка. Золотые. Все это смотрится очень крепко. Я думаю, что это просто, наверное, для молодых. Ну, посмотрите сами, оцените. Так что не уходите с моего канала.